Крупный пожар произошел в Дудинке. Там в промышленной зоне загорелись склады. Площадь возгорания составила почти 2000 квадратных метров. Внутри помещений был мусор и опилки. Склады сейчас не эксплуатируются. Рабочего персонала там нет, поэтому никто не пострадал. На месте работали 32 спасателя и 7 единиц спецтехники. К этой минуте возгорание ликвидировано.